Фахрия родилась 4 июня 1986 года в семье Цурка. После окончания средней школы Фахрия поступила в Дюссельдорфский университет имени Генриха Гейне. В период учебы в 2005 году Фахрия с матерью отправилась на отдых в Стамбул, где Фахрия неожиданно получила роль сериала «Никогда не забывай». После окончания съемок Фахрия решила продолжить карьеру актрисы и взяла академический отпуск. Вскоре она получила роль Неджилы в современной адаптации романа Гюнтекина «Листопад», принесшей ей широкую известность в Турции. Еще не завершив работу в «Листопаде», Фахрия получила несколько, в том числе и главных ролей в сериалах и фильмах. В начале 2009 года Фахрия поступает в Боспорский университет, чтобы изучить историю. Но занятость на съемке сериала «Листопад» вынуждает Фахрия отложить учебу до окончания съемочного процесса.